Вот я беру репортаж, нашелся парень. Рассказывай, вы откуда, что происходит? Мы из Мариинского парка, мы стояли в мирной акции, и началось вооруженное наступление на границе, которые охраняют кабинет министров и Верховную Раду. Мы были вынуждены отступить. Сейчас малочисленная группа осталась для поддержания порядка и пресечения мародерства, поддержку и как бы в помощь. То есть вы, ребята, продолжаете поддерживать общественный порядок в Мариинском парке? Конечно. Спасибо. Кто вами руководит? Есть руководитель или уже нету никого? Я старший Мариинского. Как тебя зовут? Позывной Топаз. Топаз? Позывной Топаз. Топаз — это такой классный камень благородный. Так, да? Да. Он не этот самый. Все, идем, Топаз. Пошли, показывай мне пальцем, где что сейчас происходит. Давай, говори. Вот справа, вот лево. Вот это мы охраняем, это наше. Сейчас вот там вот находятся склады. Понял, понял. С которых мы выносим продукты это питания. Это склады в палатках. Да, это так. Питание, продукты питания. Мы сейчас относим ребятам. И отдаете продукты питания, да, солдатам внутренних войск. Да. Поехали, что еще вы делаете? Сейчас мы собираем то, что хотели повыносить. Значит, вот это парень идет, да? То есть у вас какие-то там продукты питания, чтобы солдатикам подогреть солдатиков, так, да? Все нормально. Спасибо. Все, поехали дальше, ребят, рассказывай дальше, Топаз. О, подожди, дай сниму. У вас же георгиевская ленточка. О, все, есть, попало в кадр. Вот здесь у нас сейчас охрана штаба. Так, а по периметру вы будете кого-нибудь? Номера, вот это вырежешь. Все. Номера с машины сняли. Блядь, куда поехал, блядь? Кто? Он переедет, станет сейчас сюда поставить. Топаз, расскажите мне про этих ребят. Топаз. Я из-за этого шестерка. Это, блядь, нахуй у майдановцев его не отняли. Топаз, расскажи мне про этих дела. Не показывай, Топаз, не показывай мне лица этих ребят. Расскажи про этих ребят, которые остались в Мариинском парке дежурить. Что это за ребята? Какие вообще, что вы снимаете? Так о чем мы вам еще... Ребята, да подожди, да подожди! Я Зинченко человек! Я человек Зинченко! Ребята, я человек Зинченко! Я зовут Сергей Рулев, ребята! Ребята, я вас прошу! Ребята, я внутри войска торможу! Топаз! Топаз, дай команду! Дай команду, Топаз! Топаз, дай команду! Топаз, дай команду!